спикер – это иностранный гражданин. Естественно, сформулировать могу, как и у него и другой менталитет не такой, как у нас, но как тренер он профессионал, у него, как и наши люди, тоже тренер профессионал. В принципе, методику он использует нашу старую русскую методику тренировок. Потому что он сам был когда молодой, он сам это много раз рассказывал. Он брал опыт от наших там, тренеров, тренировался вместе с Тихоном, там, привал, то есть он все это. Он очень такой человек, который себя все впитывает, у него, в принципе, он не молодой уже и очень опытный в этом плане. Поэтому наш год, сезон прошлый, все лето мы тренировались, и девочки тоже, то есть у нас была такая нормальная атмосфера тренировочная, то есть все верили, все тренировались, отдавались, потому что было тяжело. Но я не могу сказать, что чем-то мы, например, не отдавались и также много не тренировались, например, с нашими русскими тренерами. Просто это такое, наверное, как раскрутили, наверное, что Ольга Блитер супер тренер, поэтому мы тоже все мы большими круглыми глазами верили и тренировались. Конечно, немножечко, наверное, даже на этом фоне молодые девчонки, а там уже молодых сильных нет у нас, ну, которые, как сказать, их мало пока в спорте профессиональном, то есть поменьше ли. Они, наверное, перебрали немножко с нагрузкой. Или у них неправильно подошли, как сказать, соревнования основные. То есть у них пик-форма был не на чемпионат мира, а в другое время. Поэтому у нас, в принципе, у всех чемпионат мира, да, мы провалили, но весь сезон выступали, в принципе, ровно и, я считаю, достойно. И с моей точки зрения лучше, чем даже в прошлом году, потому что мы на самом деле просто ровно, с хорошими результатами, у нас не было таких провалов там внизу и там резко вверху, то есть нормальный уровень был. Сам Тихлер человек с харизмой, нормально общаемся, разговариваем, атмосфера вне тренировок тоже доброжелюбная, хорошая. Что еще сказать про него? Спасибо.